У каждого наступает такой момент, когда просто необходимо приготовить что-нибудь вкусненькое из того, что есть в холодильнике. Если есть сыр, можно приготовить быстрый, аппетитный и сытный пирог. Тесто в совокупности с нежной тягучей сырно-молочной начинкой не оставит равнодушным ни одного гостя. Такой пирог можно делать для своих на ужин, а также с гордостью угощать друзей и знакомых. Приятного аппетита! Для того, чтобы приготовить вкуснейший пирог с сыром, подойдет домашний творог и козий сыр. Последний можно заменить обычным сливочным сыром. Из слоеного теста сделайте своеобразный каркас, возьмите несколько листов и постелите на дно формы для выпекания. Начинка готовится следующим образом. Смешиваются яйцо, молоко, оливковое масло и газировка. В полученную массу макаются кусочки слоеного теста и таким образом формируется пирог. Свисающие края слоеного теста, которое лежит на дне, складываются вовнутрь. Сбрызните пирог водой и оливковым маслом. Вода добавит сочности стенкам, а масло даст румяную корочку. Удачного приготовления! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Смешайте сыры, яйцо, молоко, оливковое масло и газировку. Должна получиться жидкая однородная смесь. Делайте это, постепенно вмешивая каждый ингредиент. Смажьте форму для запекания маслом, выстелите несколькими листами тончайшего слоеного теста будущую корочку нашего пирога, края оставьте свободно отвисать. Начинка – главная часть, так как консистенция сырной смеси очень жидкая, кусочки слоеного теста нужно в нее макать, именно из них будет формироваться пирог. Используйте столько кусочков теста, сколько понадобится. Делайте это максимально быстро, остатками смеси залейте полученную слоено-сырную массу. Теперь закрывайте начинку свисающими краями слоеного теста, опять-таки, чем быстрее это сделаете, тем лучше. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Сбрызните полученный сырой пирог водой и оливковым маслом для сочности и ароматной корочки. Выпекайте в духовке 45 минут при температуре 190-200 градусов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Тонкое слоеное тесто, по вкусу, зависит от величины формы для выпекания и типа теста. Яйцо 1 штука. Творог 200 грамм. Сыр козий или сливочный 150 грамм. Молоко 1/4 стакана. Оливковое масло 1/4 стакана. Газированная вода 1/8 часть стакана. Соль по вкусу. Соль по вкусу. Количество порций 8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Буду скучать без вас.